Лодочный мотор Гольфстрим Парсом 8 лошадиных сил. На данном моторе у меня установлен трахометр, где покупал, ссылочка будет ниже видео, также ссылочка на инструкцию. Трахометр служит, показывает обороты двигателя, накатку моточасов. Нужная вещь. Сейчас продемонстрируем и посмотрим, что у нас выдает данный мотор. Заводится с первого раза. Китайский мотор Гольфстрим. Поставляется в Соединенные Штаты Америки. Обама, наверное, катается на таком. Так, посмотрим оборотов у нас. 1220. Оборотов я сделал побольше, так как лодочный мотор двухтактный, который любит обороты. Так как на малых оборотах ему не рекомендуется работать. Любит побольше оборотов. Так, скоростя переключаются хорошо. Работает нормально. Если крышку еще обклеить пенопролиденом, то будет вообще тишина. Какую-то ветку зацепили. Главное, что не сеть. Самое главное, следите за охлаждением. На мель сыпанули немного мели, но ничего. Самое главное, если сыпанули мель, чтобы двигатель поработал на чистой воде, чтобы песок прогнала, крыльчатку не забила. Водичка, песок, который грязь пил.
на крыльчатку натянула, вся прочистится. Так, обороты на холостом 430. Ну все, больше о данном моторчике под сум Газстрим сказать нечего. Также на ручке газа стоит ограничитель. Сейчас я вам покажу. Ограничитель газа. Газ не на всем стоит положение. Это идет как новый для обкатки и так далее. В скором времени вот мой ограничитель стоит. А вот дырочка, куда тросик переставляется. Тогда данный мотор, вот, покажу вам. Мой тросик здесь, он переставляется. Газ, получается, крышку заслон и больше открывает. Газ от больше дается. Получается, у нас оборотов двигателя больше становится, скорость больше. Но я еще не проверял. В дальнейшем проверю. Сделаю обзор, как он у меня будет на полном делать ходу, скорость оборотов должно быть до 6. У меня 5440, будет 6, если тросик переставлю. Ну ладно, всем спасибо. С вами был канал Алтай, Россия, природа Алтай. Подписывайтесь на канал. Смотрите много разного видео о природе Алтая, о путешествиях Алтая. До свидания. Всем спасибо за просмотр. Ставьте, не забывайте, лайки.